примет. Доброе утро. Ой, сейчас подожди, толкну тебе хорошенечко телефон. Не толкай мой телефон. Я не мешала тебе, когда ты снимала его. А что, опять дом масло забирает? Опять игра. А что так скудно-то? Я его таким бутербродом сейчас сделаю. И торчали. Я хотела тебе... Уже даже моська от солености опухла, но все равно. Едим. Красавчик. Мы не оставили это вот, тут? Вот как раз ненавязчивая реклама икры. Которую она ест. Этикеточка такая. Да, но только в имитированной икре не будет вот этих вот пленочек. Которые... Не знаю. Это имитация пленки. Кстати. Это она специально запитала непонятных целлофана. Целлофана. Настоящая китайская поделка. Да. Да пусть говорят. Китайцы делают оригинал. Им как раз будет о чем поговорить. Дим, давай еще по одной. Хейтерам. Ой. Шо, опять? Все. Это было раньше. Да мы не об этом. А о чем? Покатился. Шо, опять? Да нет, это, есть, хочешь? И понеслась у них. Не, мультик вообще офигенный. Да. Ты заходи, если что. Ты говори. Да, всего-то 150 килограмм красной икры осталось. В заборе дырка такая. А у меня, короче, старая футболка, я не знаю, сколько лет уже. Потом всю голову есть. Этот волчара стоит с этого мультика. Ничего, переживу. На этот. На дерево. Ну, скоро пытался повеситься. Угу. И написано: Бог в помощь. И вот так классно на моем пузе смотрелся. Раз, знаешь, как будто волк такой тоже, знаешь, наедый. Как раз из мультика, который. Так эта футболка уже вся по швам трещала, уже везде были дырки, уже вот он до такой степени она уже вся застиранная, перестиранная. Уже этот волк даже облез и уже вот, ну, все прострелено. Я эту футболку взяла и полы помыла. Такой хой поднял, такой скандал. А мне нравилось. Так она уже все. У этой футболки уже Бог в помощи ей просто. Я хочется сказать, это футболка. Так есть любимые вещи, от которых не можешь просто избавиться. Как мы от них понимаешь, избавляемся? Понимаешь, они уже изношенные. Ну, блин, они... Нет, ты скажи, как мы от них избавляемся? Вот как мы избавляемся? Я никак не избавляюсь. Да, а я как избавляюсь? И ты не избавляешься. Угу. Знаешь как? Говорю, вот это надо выкинуть. Просто ставлю, оно стоит над ними, над этими, особенно над туфлями, над теми. Страдал. Не выкидывая их. Я на них смотрел. Новые, наверное, месяца три. Новые туфли. Да, новые туфли. Кожа, натуральная кожа с ростовского этого. Они барана. Там, короче, шьют. С барана. В Ростове. Крокодила. Прямо кожа. Блин, я их одевал, ну, раза три. Четыре, может. Ну, новейшие, да? Ну, они так хорошо дворнику ушли. Я просто вот так выставляю, говорю, может быть, кому-то надо. Куртки всякое. Я говорю, он просто уже, знаешь, постфактум. Говорю, я вот это отдала. Моя! А что ты? Чем дружка-то? Масло. И про эту футболку. Да ладно бы он дома в ней ходила на рыбалку. Да. Нет, он я везде. Я не стеснялся ходить в магазин. В гостях, в магазин, еще куда-нибудь. Там. А она еще вся в дырках, я говорю, ты меня-то не позорь, возьми да зашей, она скажет, что жена ничего не зашла. Сама ходишь с рваной матней, ничего страшного. Так возьми зашей, что ты меня позоришь? Сейчас тебе рот зашью. Откуда будет? Тогда как ты поймешь, откуда команды идут? Учись чтево вещание. Кстати, это тебе это, совет такой, ну, как бы дельный, учись, а то чувствую, скоро зашью. Ну вот, хоть позорить меня перестанешь. Чем, будешь мучать, так хоть будешь дальше болтать. Mm. Я бы, знаешь что, не стала бы так обращаться с женщиной, с которой ты вместе спишь и из рук которой ты ешь. Тяжко. Плюнуть в стакан — это одно. Которое подам. А. Знаешь что, не подам, не стакан подам в старости, а фужер подам в старости. Расчирикалась-то. Ты что там хуже, что налит такого? Это
Чего производство? Грузинский, походу. Я покажу, что брать. Все, покажу, что пью. Да блин, да не видно. Да ну как? Да ну красненький такой. Во-во. Ну конечно. Сок, вот, сок вот, там ее вот ее и понесло. Сколько там кило спирта? Ну, тут написано на плюс 6. 90. Опа, да. А, плюс 25. Угу. Что это такое? Ну что, поперли? Я покажу свой этиловый спирт. Угу. Время полдень. Какой этиловый спирт? Этиловый спирт в полдень никто не пьет. Что? Этиловый спирт пьют не в полдень, а в рот. Ну так, я на будущее. Потенник изи, у тебя он будет зашит. Вкусная скоро. Рыбка, Виталь, спасибо тебе. Можно не смешить? Поймать, у меня наверное. Чуть это. Конечно. Спасибо. Вечером. Носом не пошло. Побольше. Я его так порвала. Может, а может быть попробовать это? Слушай, здесь это был ловили именно на спине, на пятерку. Ничего себе. Ты представляешь, вот если бы... Это вот такая такую... дура. Да, она, тебя... все, она тебе все поломает нахер. Да. Она так бьется. Пусть хотя бы килограммчика. Ей надо, чтобы на катушке, наверное, метров 200 было. 2,5, ладно. Лески. Это фигня, короче. Рассказываю. Это было не в том, это было в позапрошлом году. Я на рынке стою, подходит товарищ. Какой воблер купить? Ничего. Я говорю, покупай вот такой. Показываю пальцем. Вот на него офигенно клюет. Он его покупает. Проходит несколько дней, и он едет сюда на рыбалку. Его цепляет, с товарищем едут. И забыли, не короче, сачок. А нет, нет, сачок был с ними. Куда мне снимать? Иди сюда. Дорожит. И вот вдоль этого берега. Слушаем историю. У него на этот воблер берет кумжа. Ну, где-то... Короче, понятно, что они не поймали. Ну, где-то за 2 килограмма точно. И она начинает свечки, там, ну, все как положено. Ага. Туда-сюда, короче, там бах-бах-бах. И этот рукожоп, его напарник, с очком ее хоп, с первого раза, и не взял. Она ты-ды-дынц, трепахнулась. Ну, понятно, что ей тоже жить хочется. Конечно. Хоп, и сваливает. Он достает воблер, а у него реплики разогнаны, тройники. То есть она все равно будет. То есть у них был всего единственный шанс ее взять, да. И он его, напарник, просрал. И всю оставшуюся рыбалку с другом не разговаривал. Это да вот... я представляю, блин, у него какое. Представь, он у него уже вот все, вот осталось с ней только сфоткаться. Это как ездили с другом, с Димином, и он тоже поймал ее, достал, и она просто в лодке, знаешь, не как вот рыба там, ты-ты-ты, она прям вот так... Хвостом вот так вот. Сильная, ничего не скажешь. Она прямо сильная. Она вот эта малышка, да? Поедем мелкая, она билась. Да. Я прям думал, что там поедем порыбачим и уху сварим где-нибудь на горе.